Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфору, и сегодня я продолжу рассказ об упражнениях йоги для сидячих работников. Растягивание коленей и бедер. Сесть на пол, держа корпус прямо. Прижать подошву друг к другу, подтянуть ступни к себе как можно ближе и взять руки в замок вокруг ступней. Потеть ступни к себе, дать колени возможность приблизиться как можно ближе к полу. В крайней положении считать до 10, расслабить ноги, чтобы они могли вернуться назад, отдохнуть несколько секунд и повторить упражнение. Позиция повышенной сложности. В конечном счете колени могут коснуться пола. Повторите растягивание коленей и бедер 3 раза. Полезные действия растягивания коленей и бедер. При выполнении этого упражнения для коленей и бедер вы сами почувствуете, какие части растягиваются и укрепляются. Движение этого упражнения, способствующее прогибу коленей и ног целиком наружу, играет исключительно важную роль, поскольку представляет собой растягивающее усилие, которое очень редко возникает в процессе деятельности человека в течение дня. В результате сильно расслабляются колени и укрепляются бедра. Физическая сторона тела совсем не одинаковая у различных людей. И если одни могут подвести колени близко к полу почти с самого начала, то большинство занимающихся будет ощущать... Непреодолимое напряжение в мышцах, связках и сухожилиях ног и бедер. В этом упражнении прогресс достигается обычно очень медленно, но здесь опять нужно помнить, что главное – это постоянная практика, вовсе не крайнее положение. Даже если колени смогут продвинуться по на 7-10 см, сидящий работник уже почувствует наслаждение. Потому что напряжение в мышцах исчезнет, то появится ощущение полного восстановления мышечного тонуса. Не забывайте подтягивать пять как можно ближе к телу и сохранять прямое положение корпуса. Не горбьтесь. Для многих это упражнение является также наглядным показателем того, насколько велико у них напряжение в отдельных важных участках тела. Мышечная скованность бывает очень неприятным сюрпризом, но упражнения йоги помогут вам справиться с ней. Имейте в виду, что ни одна машина, прибор или приспособление не избавит вас от этой опасной ледяности мышц. Только вы сами при помощи методической выполнения упражнений сможете одолеть ее. С вами была администратор сайта Винтерфору. До свидания, до новых встреч.